меня ни капельки нет. Понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет. Понял? Классической версии знакомы все, но сегодня в наш объектив попала новая интерпретация сказки Сергея Козлова. Роли любимых героев на себя примерили ученики детской школы искусств номер 7. С виду колючий, неприступный, внутри добрый и ранимый. Черты характера ежика как никогда точно показал юный актер Роберт. А вот его коллега Софья играет шустрого зайца и беззаботного медвежонка. Но самая сложная ее роль в этой постановке – звезда. Не так-то просто. Светить для каждого. Например, заяц чаще всего вклинивается в дружбу ежика-медвежонка, как бы третий лишний. Ну и в жизни такое тоже частенько бывает. Пытается как-то завоевать внимание. Насчет звезд было и вправду очень сложно. Это было как-то необычно. Снимать, закрывать рукава, чтобы были видны перчатки. Танцы со снежинками тоже было довольно сложно, потому что у нас хореография не так часто присутствовала. Добавить что-то новое в спектакль решила Марина Мазилкина, преподаватель и верный наставник ребят. Пластические элементы стали изюминкой постановки. Это отличит ульяновских актеров из общей массы в грядущем конкурсе «Театральное Приволжье». То есть здесь будут белые перчатки и, собственно говоря, на темном фоне звезды. То есть такая вот работа пластическая наша совместная с Дарьей Вадимовной Костяевой, нашим хореографом. И спектакль начинается с пластики и заканчивается пластическими и тоже этюдами. Работа рук. В фестивале участвуют ребята от 6 до 17 лет. Жюри выберет 28 лучших спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Победители получат грант на развитие своего творчества. Тот, кто заберет золото, станет обладателем 250 тысяч рублей. Мы знаем, что с этого года во всех общеобразовательных организациях создаются свои школьные театры. И как раз именно театральное Приволжье станет хорошей площадкой, чтобы дети смогли проявить свои способности уже, да, показать свои навыки и попробовать свои результаты и успехи на большой сцене. Победители выберут сразу в нескольких номинациях – персональных и коллективных. В этом году также оценят художественное и музыкальное оформление. Заявку на участие можно подать до 22 ноября. Для этого нужно отправить видеоверсию спектакля на электронную почту дворец_73@mail.ru. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ.